Привет, друзья! Помните, я вам рассказывал про вот этот новый пешеходный переход. Говорил, что тут как бы не все закончено. Посмотрите, сделали пандус для пешеходов. И посмотрите, здесь практически нет машин. Вот одна машина, вот вторая машина и все. Потому что здесь поставили специальное ограждение для машин. Они, видимо, как-то нарушают, скорее всего, заезжают тут. Но здесь теперь точно тротуар, и можно их эвакуировать, если что.